Выяснилось, что карт-бланш на проведение любых вырубок перед уходом с поста выдал предыдущий руководитель муниципального района. Согласно документам, предпринимателям разрешено пилить лес, где им вздумается, поскольку границы доступных для их деятельности участков на бумаге не обозначены. По словам общественников, дерево высотой 5-7 метров спиливалось арендаторами земель посередине. В будущем это приведет к тому, что оставшаяся часть неизбежно начнет гнить, а в случае пожара пеньки и ветки станут причиной распространения огня. Представители ОНФ уведомили о ситуации Главное региональное управление лесами, после чего для проведения проверок вырубки были остановлены во всем Красноармейском районе.